Гомельский областный драматичный театр, 16-я година дня. У гэты час тут особливо шматлюдно. Про некалькі хвилин распачнется урочистый сход, присвеченный Дню Еднання народу Беларуси и России. Серед запрошенных представники усіх поколений, ветераны, которые разом с россиянами здобывали перемогу у Великой Отчины, а потом обновляли агульную господарку. Люди больш молодого возраста на рахунку гэтага поколения, будовництва БАМа и освоение нафтовых и газовых родовищев. И сучасная молодь, контакты якой с российскими ровесниками только починаются. Святкование Дня Еднання народу Беларуси и России у Гомеля проходит штогод. Причем оно николи не обмежевывается неким одним мероприемством. Але центральная подея завсёды урочистый сход, на який обовязково приезжают гости из российских регионов. Сегодня Гомельская область имеет тривалые связи с амаль 80 регионами Российской Федерации. Причем сотрудничество развивается во всех сферах. Перед початком посяджения гоноровые гости знакомятся с выставой, присвеченной белорусско-российскому фестивалю «Славянская театральная встреча». И он проводится с 1989 года и за этот час доказал свою жизнеспособность и необходимость. Летость фестиваль прошел у Гомеля, у мая этого года его премия Браншина. Это связи, это возможность следить за творчеством друг друга, возможность обмениваться какими-то новыми тенденциями в театре, в сценографии. Да, ну, в конце концов, это все объединяется одним большим и емким словом дружба. Мы дружим вот уже 30 лет. День Еднання народу Беларуси и России – кропка отлику установления тесных связей помеж державами и экономической сферы. Как выник, только за минулый год товарооборот Гомельской области с российскими партнерами достигнул 5 миллиардов долларов. Сярод наибольш значных партнеров Гомельщины – Брянская, Московская, Воронежская области, а так само Москва и Санкт-Петербург. Представники российских регионов – постоянные удельники Гомельского экономичного форума, что позволяет реализовывать новые взаимовыгодные проекты. У мая этого года они приедут в Беларусь снова. Будет еще экономический форум на Гомельской земле в этом плане. Примут первые лица участия и, по всей вероятности, будет подписано определенного рода соглашение, которое предопределяет наше социально-экономическое развитие на ближайшие годы. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».